Человек рожден для того, чтобы получать удовольствие и быть счастливым каждую минуту. Вот это важно. Мы рождены для того, чтобы испытывать счастье от того, что мы существуем, каждую минуту. Каким образом это можно делать? Получая определенные гормоны. Самый простой гормон, гормон удовлетворения, это гормон серотонин. Его получают люди, когда едят что-то сладкое, вкусное. Но это гормон утешения. Его проще всего получить. Следующая серия гормонов – это эндорфины. Они получаются после более мощной нагрузки, прежде всего на тело. Когда вы тренируетесь достаточно интенсивно, когда вы испытываете перегрузку, то потом в виде компенсации мозг выбрасывает в наше тело эндорфины, гормоны радости. Люди, которые тренируются, они стремятся получать радость более сложным способом, путем какого-то мазохического действия над собой. Если они занимаются сами с тренером, то это союз садиста и мазохиста. Причем лучший тренер и лучший ученик, когда тренер садист, а ученик мазохист, тот его убивает, а тот не умирает. Вот тогда в конце оба получают порцию эндорфина, потому что они сделали то, что хотели. Ну и самый мощный гормон дофамин, гормон счастья, проще всего получить его во время секса. Поэтому, что за инициативу израил? Поэтому самый лучший способ получения удовольствия – это поедание шоколада во время выполнения упражнения и заниматься при этом сексом. Вот это все три объединить, и вы будете полны счастья. Хочу также, ну это шутка, хочу также сказать, что вот дофамин, гормон счастья, он интересен тем, что выделяется в организме даже тогда, когда вы вспоминаете о ситуации, которая вызвала вот выброс этого дофамина. Вот вы были счастливы, что-то вспомните там, но это один из примеров. Есть пример рождения ребенка, например. Вот я вот помню рождение детей своих, и невероятно распирает просто тебя, когда ты осознаешь, что произошло, что появился человек, наделенный сознанием, душой, телом, и плюс один на земле, и ты к этому причастен, тебя разрывает. Я прекрасно помню ситуацию, когда берешь ребенка на руки, не знаю, насколько она вам известна, и вот эти глаза у ребенка, он смотрит, он хочет что-то тебе сказать, но он не может, потому что он не умеет говорить, но вот эти глаза, ты понимаешь, не понимаю, сынок, я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот у меня есть ощущение, что все-таки существуют какие-то кармические законы, некоторые элементы перерождения, перехода души из одного тела в другое. Это вполне нормально, потому что некоторые знания, которые иногда меня распирают, они перекликаются с другими людьми, которые тоже работали в этой сфере. Я с удивлением обнаружил, что мы движемся в параллельных направлениях, мы очень многие что-то делаем, и делаем, дополняя друг друга, хотя я себе не знал. Там читаю книгу человека, елки-палки, так я же об этом говорил, но чуть по-другому. Понимаете, о чем я надеюсь? То есть мы некая система тел, обладающих мозгом, которые берут свои знания из Вселенной, но эти знания уже есть, карма у нас есть, мы рождены для чего-то, вот когда мы познаем для чего-то, мы испытываем удовольствие, счастье и так далее, и так далее. Двигаемся дальше. Дерматоглифика, что это такое? Это попытка. Вот сейчас как раз я так понял, что удалось договориться с этими людьми. Я не мог их найти в Петербурге на протяжении нескольких месяцев. Вот этих людей, которые сейчас обнаружили. Поэтому я испытываю огромное удовольствие. В Москве мне сделали тест на дерматоглифика. Это отпечатки пальцев снимаются с благой целью, для того, чтобы вы узнали о своих способностях, о своем предназначении. И по этим отпечаткам вам говорят о том, что вы за человек, что вы себя представляете как личность, где вы будете реализованы и лучше всего, для чего вы были, собственно, рождены. Это настолько мощно, настолько совпадает с реальностью, что задумываешься, потому что я достаточно давно уже живу и, в принципе, смог подтвердить потом или опровергнуть, но опровергать не пришлось. Вот те сведения, те данные, которые я получил в результате этого анализа, но дерматоглифика – это очень мощный инструмент и очень простой. Практически сразу же подводятся итоги, результаты, вы получаете распечатку, вы узнаете, кто вы, и вы начинаете делать то, что должны делать, что у вас получается лучше всего, от чего вы будете испытывать удовольствие в этой жизни. Если вы человек, который может поднимать большой вес на один раз, а вы пытаетесь подтягиваться много раз или бегаете за кем-то, занимаетесь тем, чем должны, у вас не будет удовольствия, потому что вы будете отставать от всех. Вы должны лидировать в какой-то области, и как раз дерматоглифика показывает, насколько это возможно. Еще один способ определения вашей индивидуальности, можно следующий слайд поднять, иридодиагностика по радужке глаза. Здесь точно так же, мало того, что мы все индивидуальны, у нас у каждого своя радужка глаза, если вы еще не знаете. Ее можно разделить на секторы, и вот в этих секторах можно рассмотреть работу внутренних органов, там окраска, появление пятен, какая-то пигментация говорит о том, что где-то происходит сбой. Это все давно известно.
Ученые, которые все это открыли, они уже Нобелевские лауреаты, и уже все это известно. К сожалению, мы этим не пользуемся. Поэтому еще один способ определить вашу уникальность и определить, для чего вы были рождены, это еще вот есть возможность использовать ваши, просмотреть ваши глаза, посмотреть себе в глаза через прибор. Следующий слайд. О, ну вот это дизайн человека. Это знание, которое пришло в 1997 году. Четыре энергетических типа: манифесторы, рефлекторы, проекторы и генераторы. Благодаря этому знанию, которое я получил, как бы случайно, на самом деле все это, безусловно, не случайно, вот я узнал о том, что каждый человек по энергетике другой. Есть люди, которые должны и могут тренироваться очень мощно. Есть те, кому надо тренироваться два раза в неделю, не больше, потому что у них нет энергии от природы. Есть люди, которые должны вести за собой, быть тренерами и так далее, и так далее. То есть вот это все, отдельный пласт, о нем я говорить не буду, но вывод из этого, из того, что дает дизайн человека, очень простой. У нас у каждого есть своя стратегия поведения. Мы должны придерживаться определенных правил в жизни. Вот я, например, должен откликаться на любое предложение. Например, я хочу найти работу. Но я должен ждать, когда мне предложат. Тебе нужна работа? Да. Ты хочешь работать вот тем-то? Нет, не хочу. А вот этим хотел бы. Но я не могу сказать, у вас есть работа? Мне скажут, есть, я пойду, мне все равно не получится. Вот это дает дизайн человека. Посмотрите, присмотритесь, это очень интересно. Идем дальше. Это вот центры, которые там определяются. Следующий слайд. Вот еще одно деление людей, которое, к сожалению, по какой-то причине иногда опровергается невеждами. Простим. Мы говорим, что мозги у всех разные, все это нормально, но кто-то и мыслит так, кто-то по-другому. Бог в помощь. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. Люди рождаются с разным скелетом. И когда человек достигает половой зрелости, после 14-16 лет, когда скелет уже практически сформирован, но растет скелет до 25 лет, есть различия прежде всего в костях. Вот есть люди, у которых узкий таз, скелет, узкий таз и широкие плечи. У него скелет такой. Еще раз, прислушайтесь внимательно, скелет у него такой. Этот человек, когда он чуть-чуть навесит на себя мясо, мышц, он смотрится мощно, он смотрится гигантом. И вот эти люди, вот они посерединке мезоморфа, они искренне желают всем счастья. Они делают там 6 повторений, у них растут мышцы. Они выходят на сцену, выигрывают соревнования. Вот этот правый парень, толстяк, он может там умереть, но если у него таз шире плеч от рождения, он ничего не сможет сделать. Он может там живот втянуть, даже ребра уберет, станет еще хуже, потому что таз ему не уменьшит. Есть эктоморфы, люди, которые стройные, худенькие, у них тонкие косточки. Они могут каким-то образом изменить себя, если начнут применять какие-то запрещенные препараты, увеличивать объем мышечной массы, там прочее. Но начинается заболевание, потому что другие системы не приспособлены к этому. Кровеносная система, сухожилия и вообще весь скелет, он не приспособлен к тому, чтобы носить вес больше, чем запланировал. Я всегда говорю о том, что самый накачанный хомячок, не может быть сильнее слоненка. Почему это в голову людям не приходит? Ты хомячок, ты барсучок даже. Ты выйдешь, и вот они встали просто, а где тут у вас вода? И ты понимаешь, что ты уже понял. Давайте дальше двигаться. Дальше интереснее. Еще раз, эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы, и по проценту жира, и по мышцам они отличаются. Следующий слайд. Я просто смотрю, 15 минут уже прошло, я еще только раскрываться начал. Три типа телосложения. Самый простой способ измерить запястье, окружность запястья у астеники, нормостеники, гиперстеники. Меньше 17 сантиметров у мужчин это эктоморф, трещеватый парень. У женщин меньше 17-15,5-20 это норма. Больше 20 это гиперстеники, это люди, которые сильны от рождения, но они, к сожалению, не очень выносливые и очень часто они бывают по жизни полными, толстоватыми, но они огромные. Они способны один раз поднять большой вес. Двигаемся дальше. Евгений Сандов предложил систему занятий с отягощениями. Родился он в 1867 году, в 1925 пал жертвой собственного эго, когда его попросили одной рукой вытащить из кювета машину, он получил инсульт и скончался. Вот его силовые трюки, видите, человек, который в то время тренировался без допингов, не было ни стероидов, ни гормонов роста, ничего этого не было. Он реально развил свою силу путем физических упражнений. И он доказал, что наш организм способен противостоять нагрузке, стрессам внешнего мира, когда мы просто занимаемся обычной физкультурой. Он выявил закон, они очень простые, почитайте его книжки. Это все можно сделать, и можно добиться результата,
Просто надо иметь желание достаточно, мотивацию. Двигаемся дальше. Кто-то достигает результата в плавании, кто-то в стрельбе, как я уже сказал, кто-то хорошо играет в футбол. Можно ребенка учить играть в футбол, а есть люди, которые одарены, они уже он по мячу бьет, он попадает с любого положения в любую точку ворот. Бокс. Я занимался какое-то время боксом на любительском уровне, но по вот этой шкале у меня где-то 30% всего, поэтому я достойно уходил. Меня если не били, то, понимаете, там на равных мы всегда были. Шахматы. Это развитие мозга, это умение концентрироваться, очень долго сидеть. Велоспорт, невероятная выносливость, но она тоже закладывается генетически. Это все нам дается, и все это можно по отпечаткам пальцев сегодня все это узнать. Дальше. Двигаемся дальше. Бег, марафон. Кто-то бежит 42 километра, после этого говорит, слушай, что-то я сегодня немножко спину прихватил. А кто-то на 20 километрах уже на скорой догоняет остальных. Это все есть. Теннис. Нам очень нравится теннис. Много людей играют в теннис, но я знаю людей, которые, играя в теннис, не достигли никаких результатов. Скорость реакции, скорость перемещения. Все этого нет. Невероятные успехи в йоге у многих. Это невероятное равновесие, концентрация, способность чувствовать свое тело. Это тоже генетически заложено. Лыжи. Сейчас очень модно. Ты где? Мы на лыжах катаемся. Ну хорошо. Встали на лыжи, два бревна спустились вниз, их поймали внизу, посадили, опять они едут вниз. Это не катание, это просто спуск. Но здесь вообще, тут выше всяких похвал, есть люди, которые могут кататься на досках. Вот по волнам, пожалуйста. И все это... Можно этому научиться, но вы будете отставать. Есть люди, которые одарены, их туда тянет. Спринтерский бег. Двигаемся дальше. Силовое троеборье, в том числе и женское. Очень часто женщины поднимают веса гораздо больше, чем мужчины, поскольку у них мозг настроен таким образом, что он единовременно включает огромное количество мышц. Вроде бы худенькая девочка поднимает вес гораздо больше, чем полный крепкий мужчина, потому что он включается процентов на 20, а она на 80. Это тоже генетически заложено. Здесь опять йога, опять способность к растяжке. Двигаемся дальше. Скоростной спуск. Дальше, дальше, дальше. Ну, теперь немножко о питании поговорим, двигаемся дальше. Итак, я еще раз хочу сказать, что большинство людей, к сожалению, едят много не потому, что они генетически рождены великанами, поглощающими огромное количество пищи. Все ищут удовольствие. Самый простой способ достичь удовольствия – это наедаться, получать гормон радости, счастья из пищи, серотонин. Я не знаю, каким образом людей замотивировать, но это можно сделать. Причем очень часто, я склоняюсь к тому, что действительно это так и есть, сейчас я все-таки сторонник того, что существует так называемая паразитарная теория, то есть у каждого из нас внутри, к сожалению, очень большое количество наших друзей, гельминтов, паразитов, червей, которые живут вместе с нами. Можно дать им имена, потому что они многие родились вместе с нами умрут. У ДНК у многих, у трихомонады ДНК похожа на ДНК человека, и по этой причине фагоциты, которые обязаны пожирать всю эту тварь, они их не видят. Но когда мы едим определенную пищу, мы кормим определенную колонию гельминтов. Мы кормим того, кто живет среди нас. Нам еда не нужна, им нужна. И они начинают руководить нашим сознанием. Это невероятно, но когда я прошу своих клиентов, начали сдать анализ на гельминтов, они их убирают, они начинают прогрессировать быстрее. Задумайтесь над этим. Это никого не обижает, это просто попытка избавиться от лишних друзей в вашем организме. Двигаемся дальше. Это ребята, которые уже все поняли. У них уже и серотонин, и дофамин все в одном флаконе. Пиво, курение. Вот это попытка заниматься фитнесом дома. Чаще всего это поедание. Я сейчас буду вас шокировать, ничего страшного, чтобы не мог замотивировать. Вот девушки, это до и после фотографии, но результат виден, но невнятно. Двигаемся дальше. Это ребята, которые, в принципе, хотели бы, но не хотят, не могут подняться и пойти. Дальше. Это вот известная некоторым ситуация, когда после того, как вы приходите в лето, шорты, которые вчера были вам в пору, сегодня уже велики, потому что за зиму вы почему-то набрали, потому что перестали двигаться. Дальше, поворачиваем дальше. Вот и еще. Это попытка получать удовольствие. Медитация с полным животом, что может быть лучше. Вот эти два парня меня очень веселят. Они занимаются велоспортом, но я бы все-таки предположил, что им, наверное, было бы проще заниматься чем-то другим, потому что они генетически уже очень крепкие. Давайте дальше. Дальше. Вот у нас коллекция парней, которые разговаривают о природе. Чуть пониже, мы слишком быстро проскочили этих ребят. Я не знаю, насколько нужно быть... Как бы это правильно сказать,
Ну, у меня слово пофигист, но нельзя, наверное, говорить на всю Россию, на всю страну. Но нельзя вот быть таким стрессоустойчивым, чтобы, глядя на себя со стороны, не нравясь себе, жить в этом теле. Вот для меня это неприемлемо. Это то же самое, как вот вы одели пиджак, который вам либо велик, либо мал. Но он не стиранный, он грязный, он замусоленный, но вы его носите. Здрасте, здрасте, ой, да у вас пиджак вонючий. Ничего страшного, но у меня больше. У меня есть другой, но мне это нравится. Вот то же самое. Относиться к себе, к своему телу, это одежда, в которой живет наша душа. Относиться вот пренебрежительно, это, наверное, неправильно. Двигаемся дальше. А, уже 22 минуты. Вперед, вперед. Ну, здесь некие конкурсы. Дальше, дальше, дальше. Вот это показ мод у толстых людей. В Америке вышли из положения. Еще фотографии девушек. Но самый простой способ избавиться от какого-то неприятного ощущения внутри от вашего тела, пойти к психотерапевту, который скажет, что все у вас хорошо. А другой способ – это попытка тренироваться. Слева вот это участница одной из диетических баталий. Это уже человек, который болен. Ну, они уже не могут есть, вот, коротко говоря. Уже не хотят, не могут. Но это полное истощение, которое присуще людям со сломанной психикой уже, глядя в зеркало, эти люди видят себя толстыми. Я сталкивался с такими девушками, она приходит ко мне заниматься, говорит, знаете, вот я бы хотела похудеть, примерно такая, как слева. Я говорю, что вас беспокоит? Она говорит, я когда сажусь на пляже, у меня на животе появляется складочка. Можно ее убрать? Я понимаю. Двигаемся дальше. Другой перекос. Ну, вот это два парня, эктоморф и эндоморф, оба радуются жизни. Ну, в общем, оба недовольны. Это тоже реальная фотография, это не фотошоп. Это люди, которые под влиянием прежде всего пропаганды, прежде всего даже не здорового тела, а попытки уменьшить свой вес доводит себя до жуткого состояния. Но это же наше тело. Вот это получается после того, как сбрасывается огромное количество жира. Кожа, которая была натянута и жир был, вот она начинает провисать и требуется очень часто операции для того, чтобы все это убрать. Вот фотографии до и после. Человек взялся, у него получилось. Двигаемся дальше. Дальше, все. Дальше, дальше. Все, да? Нет, там еще у меня должно быть. Нет? Ну, своими словами, давайте скажу. Ну, очень часто образ нормального, в кавычках, человека навязан нам и кинематографом, и мультфильмами, и так далее. Это и какие-то герои, это кто-то, кто... сейчас очень модно иметь крупную грудь, огромные ягодичные, тонкую талию. И люди все делают для того, чтобы пойти под эти шаблоны, но при этом теряется индивидуальность. Вы рождены не для того, чтобы быть похожим на кого-то. Вы должны быть собой, но не должно быть ничего лишнего в вашем теле. В 1490 году Леонардо да Винчи, к сожалению, не вошла его картинка, она заканчивала мою лекцию, нарисовал человека в двух плоскостях – круг и квадрат. В круге человек стоит с вытянутыми руками, с расставленными ногами, в квадрате ноги вместе и руки в стороны. Он доказал, что идеальные пропорции – это когда размах ваших рук равен вашему росту и проходит у вас центр тела через паховую область, а когда вы стоите с раздвинутыми ногами, с поднятыми руками, проходит через пупок. Ну вот я, в принципе, вписываюсь, так что Леонардо имел в виду, видимо, в том числе и меня. Чтобы я, вот завершая свою лекцию, 25 минут вместо 20, что бы я хотел вам еще сказать? Не бойтесь изменить себя. Не бойтесь стать лучше. Это гораздо проще сделать, чем вы думаете. Гораздо проще. Потому что врожденные способности, которые вы должны чем быстрее, тем лучше определить, помогут вам. Вы станете собой. Вы будете понимать, что вы реализовались как личность, которая была для чего-то рождена здесь. И тело – это только способ существовать долго. Если вы здоровы, если вы чувствуете себя хорошо, вы можете прожить до 125-140 лет. Нацельтесь на эту цифру. Я нацелился. Ну, всем счастья, всем благ.